Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц в бюджеты разных уровней. Полученные средства тратятся на благоустройство и социальную сферу. Состояние дорог, развитие образования, медицины, культуры – все это напрямую зависит от того, насколько вовремя и в полном объеме граждане выполняют свои обязательства перед государством и платят налоги. Для того, чтобы помочь жителям нашего района правильно и в срок заполнить налоговую декларацию, в Славянской межрайонной налоговой инспекции был проведен день открытых дверей. В этот день физические лица получат практические рекомендации по заполнению налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Обязанность по представлению таких деклараций возникает у налогоплательщиков, получивших доход в 2017 году от продажи имущества. Это касается жилых домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, находившихся в собственности менее 3 лет. Кроме этого, обязанность по представлению налоговых деклараций возникает у налогоплательщиков, получивших доход за пределами Российской Федерации, также доход в виде дарения, доход, налог с которого не был удержан. Последний срок представления декларации о доходах – 3 мая 2018 года. В случае непредставления налогоплательщикам декларации в налоговый орган по месту учета или несвоевременного ее заполнения, нарушителю придется заплатить штраф. Налоговым кодексом предусмотрена налоговая ответственность в размере 5% от суммы налога, прилежащей уплате, но не менее 1000 рублей. В случае неуплаты либо неуполной уплаты налога налоговым законодательством предусмотрен штраф в размере 20% от суммы налога, прилежащей уплате. Кроме этого, я хотела бы напомнить, что порядок заполнения, а также программка по заполнению налоговых деклараций по налогу на доходы можно найти на сайте Управления Федеральной налоговой службы по адресу электронному www.r23.nalog.ru. Возможностью получить помощь в заполнении декларации о доходах, а также проконсультироваться по поводу подключения к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в день открытых дверей воспользовались многие славянцы. Одна из них – Ольга Почтенко. К уплате налогов Ольга Владимировна считает, нужно относиться ответственно и платить их вовремя. Как хорошо, что есть такие вот дни открытых дверей, когда простые граждане, вот простые, даже законопослушные граждане, которые платят налоги четко, но вот какие-то вопросы все равно возникают. И мы можем прийти, задать вопрос, получить ответ и получить помощь. И вот сегодня мне тоже оказали помощь в заполнении декларации. Тут у меня возникли какие-то вопросы. Я получила полный ответ на свои вопросы и помощь. Я очень благодарна. Если вы еще не успели заполнить налоговую декларацию и у вас есть вопросы, которые хотели бы задать специалистам налоговой инспекции, вы можете это сделать 23 и 24 апреля. Ровно через месяц там снова пройдет день открытых дверей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».